прошел целый день, по сути. Так, ну я все сделал в итоге. Закопал, но правда здесь под землей все равно остался камень, там и гравий. Все равно в итоге будем выкапывать его тоже, когда будем делать небольшие траншеи. А сейчас я думаю о том, что меня раздражает то, что вот здесь вот такой вот разворот. Охереть, как раздражает. Поэтому я сейчас это буду изменять. Немножко мы подвинем. Нашу скамейку. Вот сюда. Ну вот, так получше. Даже так. С факелами, блин, конечно, тот еще тоже гемор. Ну, в том смысле, что тоже люблю погеморроиться, чтобы в итоге все симметрично там и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я думаю, в этом ничего страшного нету, да? Так, семена взяли. Но до них пока еще рано. Мне пока что нужно понять вообще, в принципе, как это все будет выглядеть в итоге. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ага. Здесь вода. Раз, два, три. Здесь вода. В два так. Нет. Не камильфо. Ага, а если... Ну-ка, раз, два, три. По-моему, на четыре клетки от воды растет. Или на три, не помню. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Здесь девять. А если сделать раз, два, три, здесь воду. Раз, два, три. А здесь так, раз, два, три, воду, раз, два, нет, даже вот так, раз, два, три, воду, раз, два, три, ну, в принципе, замечательно, да, только, я думаю, вот здесь вот тропинку провести. То есть такой маленький огородик в итоге получится. Так, сломал. Тропинку проведу для того, чтобы, во-первых, собирать было удобно, и, во-вторых, слева здесь сделаю еще и бамбук. Смотри. А здесь тоже тропинка. Как-то так. Так. Здесь вода. Раз, два, три. Ну, здесь можно забор поставить. Такой. Импровизированный. Маленький. Кстати, говорили что-то, что... Блинский. Твою мать, опять передвигать вот эту штуку. Куда же ее теперь поставить? Твою налево. Так, хорошо, значит, значит, без тропинки лавонька будет стоять.
Без тропинки, так без тропинки. Значит, здесь, здесь. Вот так вот. Или лестницу подвинуть. Не знаю. Я говорю, как кто-то говорил, по-моему, что можно двери для забора делать. Вроде как. Как-то так, что ли? Нет. И как? Может, забором дверь вырисовывать? Хрен просышь, короче. Ладно, бог с ним. Может, и нельзя. Может, это я. Так, от балды решил. Ух ты, ночь. Значит, поспим. Замечательно. Значит, с собой уже можно иметь саженцы. Очень не лишнее будет. Ну и, кстати говоря, да. Здесь немножко по-другому. Раз, два, трис, вот так, чисто для красоты. Так, значит, пойдемте за водой, господа товарищи. Она у нас была везде. Везде она у нас была, но ближайшее место я не помню где. А, вот она. Замечательно. Помню, что можно колодец сделать, но делать его негде сейчас пока. Поэтому побегаем. Хотя, ладно, сделаю. Хе-хе. А потом уже разрушу. Чтобы действительно не бегать. Как-то так, по-моему. Да. Не все еще забыл, как видно. И это хорошо. О, даже так можно делать. Ну, а как замечательно. Хорошо, значит, можно колодец наш закрывать. Так, только совсем я забыл про мотыгу. А мотыга вещь такая. Без нее никуда. Я думаю, этого хватит. Ну, естественно, левую часть спахивать не буду. Спашу правую. А этого уже должно хватить. Интересно, семян хватит? Но если не хватит, подождем первого урожая и уже... Не, не хватит. Да, подождем. Ничего страшного. С первого урожая очень много семян падает. Вообще с урожая много семян падает. Да, не хватило. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. Ну, бог с ним. Бог с ним. Ну, и здесь посадим сахарный тростничок. И тоже не хватило одной штуки. И тоже бог с ним. Тоже выпадет, посадим. И вуаля. Готов.
Готов наш маленький. Можно ставить на них? Можно. Наш маленький огородик. Ну, если совсем грубо говорить, то почти готов, потому что мне бы хотелось его закрыть стеклом сверху. Как теплицу. Так, бах. Сюда куда-нибудь. Или сверху. В общем-то, известно для этого, что нужно. А, давайте пойдем сразу. Чего время терять? Давайте пойдем. У нас где-то был... Давайте найдем пока. У нас где-то была пустыня. Вон она. Нужен песок. Пойдем добывать песок. Угля вроде бы много. На стекло хватит. Тем более появился вроде как тонкое какое-то стекло. Так что... Еще красивее должно быть в итоге. Ох, здесь какая тема. Прикольная. Ныряем. И копаем. В общем, я так посмотрел на домик. А вроде как что-нибудь стоящее должно выйти. Займемся пока им. А я думаю, огород будет готов. Уже, естественно, можно будет не париться насчет еды. А нужно будет положить еще один ящик, сундук сделать специально для еды отдельно. И можно будет уже либо пойти добывать обсидиан, который, в принципе, пока что не нужен. Вместе с камнем там и так далее. Или можно будет заняться более нужными вещами. Например, сделать наконец дом, а не подвал. Ну, то есть верхний этаж. Я вообще предлагаю. Я не знаю, вы отпишитесь в комментариях. Вот это вот действительно мне интересно. А что вам больше интересно? Походы по пещерам? Потому что я вот пещеры не очень люблю. Или же все же строительство. Если строительство, то ближайшие серии 5-10 мы посвятим себе тому, чтобы выстроим второй этаж, нормально сделаем, сделаем подходные дороги к нужным местам полезным. Вот, два стака должно хватить. И что еще? Возможно, сделаю ту башню, о которой говорил, сделаю пристань. В общем, займемся подобными вещами. Либо же, если вам нравятся пещеры, будем топать в пещеры периодически. Но тоже не постоянно. Потому что, я говорю, мне они не нравятся. Ну, не очень. Там красиво, там очень красиво. Но меня бесит уже копать. А там только этим и можно заниматься, в принципе. Ух, твою мать, я забыл. Как я мог забыть? Я как-то смог забыть, что здесь огород. Каким образом, не знаю. Но как-то забыть смог. Так, здесь у нас есть. Есть. Ну что, делайте мне... Делайте мне стекло. Пацанята. Пацанятушки. Нужна шерсть еще. Ковер сделать, наконец. Найти бы овец. В прошлый раз они там, по-моему, паслись. Давайте сходим. Посмотрим. Так, еды много, можно побегать. А вот они. Ну вот, замечательно. Действительно, здесь появляются все время. Так, спасибо, родная. И тебе спасибо, солнце. Коровушек тоже поубиваем. Извините, родненькие. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой, прости. Я случайно. Ну все, овец много. Значит, у нас пол деревянный. Нужно... Ой, отросла еще шерсть. Нужно подумать... Как у них быстро шерсть начала расти. Замечательно, слушайте. Ух ты. Раньше такого не было, раньше долго нужно было ждать.
либо вообще новых искать. Да, смотрите, как быстро растет. Супер. Клондайк. Давай, расти. Расти, растите. Шерсти убрастите. Ну что, все? Лафа закончилась? Или нужно отворачиваться, вы стесняетесь? Ну, видимо, нужно ему дать время пожрать, попитаться. Так, ну ладно, шерсти и так много, в принципе. Значит, у нас пол деревянный. А какой бы коврик постелить? Желтенький, красненький, какой? Синенький. Не знаю. Все, мы собираем цветов сначала всех, а там поэкспериментируем. Вон, можно побегать еще, постричь их. Они отросли. Они снова отросли. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 21 шерстка. Очень неплохо. Спасибо. Красные цветки нужны теперь. Вот они. Только их мало ужасно. Ужасно мало. А, вот они еще. Темнеет. Надо бы домой идти. А я бегаю по полю, цветочки собираю. Травушку состриг. Этими ножницами все уже стричь можно. Так. Огород. Не забыть. Не растет. Пока. Так. Нормально, красителей насобирал. А какой цвет будет, если смешать эти? Оранжевый. Ага. А лазурит, если еще смешать? Никакой. А с красным фиолетовый. Ха-ха-ха. Значит, желтый, лазурит, красный, фиолетовый или оранжевый цвет. Сюда. 5 ковриков. Ух ты, ёптыш. Нежданчик. Уголь под домом. Интересная находка. А я его искал долго. А он вот он где, под самым носом. И много как. И еще есть. Жесть. Под дверью целая угольная шахта. Целый угольный клондайк. Хотя нет. Лучше пусть будет свет. А то появятся здесь всякие. Всякие лишние. Так, ну и какую мне шерсть сделать? Какая же здесь будет смотреться-то, ё-моё, в подвале. Дайте красную. Подвал же все-таки. Как-то должно быть темно, что ли. О, нормально. Сейчас, если на меня не нападут, будет
Будет хорошо. А дверь ставится на шерсть? Ставится. Еще как ставится. Все, замечательно. Так, значит, 6 красителей, все вот это сюда. Я так думаю, угля аж 24 набрал, ни хрена себе. Сырая говядина. Так, куда я лезу? Ага. 9 кожи уже есть. Ну, вообще шикарно. Что там еще набрал? Шерсть 25 штук. Для дома прям вообще шикарно. Так, камень сюдым. Сырую говядину сюдым. Забор сюдым. Это сюдым. Это сюдым. Раз, два, три. Раз, два. Две киркис еще нужно. Чтобы набор был полный, чтобы пока помню, так сказать. Так, ну и естественно поделить вот это все добро между печками. Стекла уже куча, шикарно, почти готово. Это меня не может не радовать. А давайте поспим еще. Выйду на улицу и посмотрим, что еще можно сделать, так чтобы было интересно. Так, ну хорошо. Подросла. Все шикарно. Здесь тоже все растет. Немножко дольше, чем раньше, по-моему, но растет. Неплохо. Значит, что я хотел сделать еще? Значит, как будет дом выглядеть? Наверное, дом будет здесь где-нибудь стоять. Обычный нормальный дом со спуском в обычной лестнице в подвал. Из подвала вот такой вот экстравагантный выход. А дом лицом наверняка будет повернут туда. К большой такой домище должен быть. А, повернут туда. Бляха-муха, ёптую, так обосрался. Иди нахер от меня. И куда он свалил? Какого хера эндерман ко мне пришел? Ты чё, обнаглел что ли, падла? Чё таскаешь? Ты где, ёптую? Ой, жесть. Да с меня чуть не потекло. Где эндерман? Ой, бляха, муха. Пойдемте крипера убьем. А дом будет. Убил. Убил крипера. Хрен с ним, ладно. И че, эндерман, куда делся? Короче, дом будет повернут туда, в ту сторону. Там будет пристань. То есть тропинка такая небольшая к пристани. Здесь поляночка какая-нибудь. Вот это все заделаю когда-нибудь или что-нибудь еще сделаю. Дом будет двух-трехэтажный, ввысь. А вот там, ну, вот здесь вот, естественно, все застеклено будет. Какой-нибудь так. Ну, или вот просто тупо огород застеклю. Что еще? Да, а вот здесь вот подъем сделаю туда и башню поставлю, чтобы смотреть на ту сторону. Вот, здесь же не будет ничего, кроме спуска к пристани и, возможно, какого-нибудь еще мини-маяка вот здесь на возвышенности, или вот там вдали, или вот на этом острове, такой, бух, хрен узнает. В общем, это в планах все, я не знаю, когда все это получится сделать, получится ли вообще, но будем надеяться. В принципе, все, по сути, ну, как минимум на сегодня. Со следующей серии определитесь вы, то есть в комментариях по-быстренькому все мне опишите и так далее, и так далее, и так далее, что вы хотите видеть больше. Опять-таки,
строительство или лазание в пещерах. Вот, и уже будем решать. А, ну а пока что я пожал. Все, я поел. Так, стеклышко готово. Сделайте мне теперь мясцо, уважаемый. Я знаю, что хватит там угля на 4. Ну, блин, так симметрии хочется. Здесь тратится уголь. Ну, пусть здесь потратится. Я знаю, это заморочка глупая, но... Не знаю почему, прям вот так вот. Вот так меня это раздражает. А если что-то неправильно или не так, как я хочу. В общем, стекло... давайте вот так вот подвинем. Вот это все добро. Стекло это у нас... Это у нас будет лежать здесь. В силу того, что это... Ну, как это называется-то? Ё-моё, как же я это назвал? А, ладно, бог с ним. В общем, стекло будет лежать там. Так, стейков куча уже. Хорошо. Еды, в принципе, вообще дохренище. А вот так вот. Я так думаю, даже вот так вот. Да. Все. Перестал заморачиваться. Ой, ладно. Все уже сказал. Все. На этом серия заканчивается. Что за нахер это был? Эндермена, который меня напугал, я так и не убил. Сейчас, если он появится где-нибудь у меня в доме, я еще сильнее обосрусь. И поэтому, пока он не появился, давайте прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.